В Страсбурге начала работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В заседании участвуют и депутаты парламента Азербайджана во главе с руководителем азербайджанской делегации в ПАСЭ Самедом Сеидовым. Уже был утвержден состав азербайджанской делегации в ПАСЭ на очередной год. Руководитель делегации нашей страны Самед Сеидов переизбран вице-президентом ПАСЭ. Член азербайджанской делегации в ПАСЭ, депутат парламента Азербайджана Рафаэль Гусейнов отметил, что азербайджанская делегация также примет активное участие в работе сессии. Повестку зимней сессии не включены вопросы, напрямую связанные с Азербайджаном. Однако, как и было всегда, представители азербайджанской делегации будут принимать активное участие в работе сессии и в заседании ПАСЭ. И во время заседаний нашими делегатами будут подниматься вопросы, беспокоящие Азербайджан. Для Азербайджана деятельность нашей делегации во всех этапах Совета Европы имеет особую значимость. Главной задачей для нас всегда было донесение правды об армяно-азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте, о захватнической политике Армении. Конечно, мы также поднимаем эти темы на обсуждение. У нас подготовлены отдельные документы. На сессии будут рассмотрены организационные вопросы избрания нового руководства структуры, а также представлен итоговый доклад Комитета министров Совета Европы. Традиционно в этот день с обращением к Ассамблее выступит генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд. У нас есть несколько вопросов, которые мы можем адресовать Ягланду. А к Комитету министров мы уже обратились письменно. Ответы будут опубликованы в первый же день сессии. У нас, конечно, имеются и устные вопросы. Кроме того, мы намерены поднять проблему беженцев и вынужденных переселенцев. В рамках сессии еще будут представлены доклады, связанные с проблемами СМИ. Мы также присоединимся к обсуждениям и поделимся своим мнением. В рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы также будут представлены итоги работы наблюдателей организации на президентских выборах в Грузии и парламентских выборах в Армении, которые прошли в прошлом году. В последующие дни обсуждения пройдут по таким темам, как внесение поправок в кодекс Венецианской комиссии о референдумах, эффективность санкций за нарушение прав человека и другим. Также на повестку дня вынесены вопросы, связанные с объективностью и свободой средств массовой информации. По этой теме парламентариям представят на рассмотрение два проекта резолюции о важности независимого информирования граждан в ходе выборов или иных демократических процессов, а также о противодействии пропаганде и дезинформации. Шамистан Мамедов, Фарах Алиева, CBC.